В Зырянке без отопления остались 30 жилых домов и 2 социальных объекта. Причиной ЧП стала остановка котельной из-за повреждения подпиточного насоса на водозаборе микрорайона Затон. Оперативная группа отряда Государственной противопожарной службы по Верхнеколымскому району на месте происшествия установила, что причиной неполадки в котельной стал срыв водяного столба. В данное время в восстановительных работах задействована бригада филиала ГУБ ЖКХ по Верхнеколымскому району. Также работают силы и средства управляющей компании «Карадаг». Проводят обход трассы, обход жилых домов. Имеют, конечно, повреждения. Аварийные бригады занимаются устранением неполадок. К ликвидации происшествия задействовано 20 человек и 5 единиц техники. Работа продолжается.